В селе Михайловском 2 декабря состоялось торжественное открытие новой спортивной игровой площадки. Чуть больше года потребовалось, чтобы на бывшем пустыре появился современный, красивый и многофункциональный спортивный объект. Строительство стало возможным благодаря финансовой помощи депутатов законодательного собрания края. С приветственным словом к собравшимся обратился глава Северского района. Дорогие ребята, все это сделано для вас. Для вас, чтобы эта площадка открывалась в 6 утра и закрывалась в 24:00. Ждем от вас хороших, высоких результатов. И я уверен, что это не последняя спортивная площадка данного поселения. С праздником! Под громкие аплодисменты была перерезана красная ленточка. Президенту школы Адам Джарим вручил подарок – высококачественные спортивные мячи. И тут же их опробовали в деле. Был забит первый гол в ворота. Открытие этой площадки стало самым долгожданным событием для всех жителей поселения. Хорошее настроение гостям церемонии дарили ученики школы, а юные спортсмены выступили с показательными номерами. Теперь у жителей села Михайловского появилось больше возможностей для занятий физической культурой и спортом. А дальше новые вершины и достижения.